Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Макророс. Мы находимся с вами в гипермаркете Леруа Мерлен, Москва. У нас на обзоре кухонные принадлежности, оборудование и аксессуары для кухни. Сейчас вы видите настенные аксессуары для кухни, выполненные под бронзу и хром. Только что мы с вами видели держатели для ножей и досок. Большой ассортимент комплектующих к рейлингам. Сами рейлинги. Полки для бумажных полотенец, полки угловые, малые. Полки малые. Полки угловые, малые, держатели для столовых приборов. Самые различные полки. Снова держатели для ножей и досок. Полки угловые двухъярусные. Полки двухъярусные. Держатели для столовых приборов. Подставки под горячее. Держатели для ножей магнитные. Сушилки для посуды навесные. Контейнеры для хранения, полки для специй, держатели для бумажных полотенец, подставки для планшетов и телефонов, держатели для полотенец, рейлинги, крючки на фасад, держатели для подставки планшета, наборы самых различных крючков. Набора самоклеющихся крючков. Плитки настольные электрические. Наборы разделочных досок. Защитный коврик универсальный. Разделочные маты.
лотки для столовых приборов, контейнеры для мусора. Подставки, подложки. Контейнеры для сыпучих продуктов. Кувшины мерные, крышки для СВЧ. Сушилки для столовых приборов. Прихватки силиконовые. Крючки вакуумные и самоклеющиеся держатели. Разделочные доски из натуральных пород дерева. Лотки для столовых приборов. Держатели для чашек. Наборы для специй. Подставки для ножей, сушилки для посуды, подставки и емкости для столовых приборов, дозаторы для моющих средств, салфетницы, ступки для измельчения, подставки для столовых приборов. Весы настольные. Наборы для специй, мельницы. Подставки для столовых приборов. Дозаторы для моющих средств, держатели для чашек, подставки под горячее, подставки под ложки, держатели для разделочных досок, салфетницы, сушилки для посуды, держатели для полотенец. Друзья, если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Кому понравилось, оцените лайком и напишите комментарий. Спасибо за просмотр.